Какая же я красавица! Когда вещи примеряешь, так время бежит. А у нас еще не все к свадьбе готово. Поторопиться надо бы. Всегда мечтала о такой прелести. Ой-ой-ой, как я переживаю. Нам столько еще сделать, ну и что ж за невеста без свадебного платья? Ну-ка мигом в гардеробную и наряжаться. Василисушка! Еще немножко. Терпи, Иванушка. Пойдем понаряжаемся. А заодно решим, какой наряд на свадьбу самым подходящим будет. Что нужно делать, чтобы подобрать идеальный костюм для свадьбы? Мерить, мерить и еще раз мерить. Ну-ка, чего у нас в шкафу висит? Я выгляжу просто великолепно. Кошмар какой-то. Скоро стемнеет уже, а у нас до сих пор ничего не готово. Василиса, мое терпение на исходе. Ну потерпи, самая малость осталась. Отличный дворец у нас получился, симпатичный. А вот и наш серый волк. Да ты не бойся, он добрый.
Правда, Серый? Правда, иногда даже чересчур. Значит, не откажешь? Нужно для гостей приглашение на свадьбу разнести. Я бы с радостью. Да только сегодня моя очередь с детишками, волчатами, лисятами и медвежатами сидеть. Они, видишь, расшалились, по всему лесу разбежались. Ты бы помогла мне, Василисушка? Да запросто. Что делать нужно? Детишек собрать, искупать, да накормить. Тогда они спать лягут, а я мигом твои приглашения разнесу. По рукам, Серый. Зверят сначала поймать, да умыть нужно. А уж потом и покормим. Ну-ка, ребятушки-зверятушки, покажитесь, кто где. Ишь какие! В прятки с нами играть надумали. Ну, поиграем. Заодно аппетит перед обедом нагуляет. Ну-ка, лови плутишек, да в корзинку складывай. Попался хитрец! Поймали. Клади его в корзину. Попался хитрец! Поймали! Клади его в корзину! Попался хитрец! Поймали! Ну да, давай отдохнем, а то от этой малышни лесной уже в глазах рябит. Но ничего, мы их все равно поймаем.